Добрый день, с вами я, Светлана, и мой канал «Огранка души» – это образовательно-развлекательный канал, где я вам даю частичку совета для того, чтобы осознать, принять и что-то изменить. А принимать решение будете вы сами. Крик души, крик о помощи. Невероятно, но именно так большинство людей. Душа просто танется от боли, от трудностей, вспоминаний, когда ты не можешь выйти с этой черной полосы, когда-то тревога, ожидание. Крик души, крик о помощи. Признательно за отзывы, неважно, что они отрицательные или положительные, что важно, что они отзываются в вашем сердце. Показано, вы запутались. Вы настолько запутались в своих делах, в своих решениях, что любой шаг для вас, это кажется чревато каким-то последствием. Но если мы чего-то не сделаем, поймите, если мы будем стоять на месте, ничего не поменяется. Каждый шаг ведет нам к движению вперед. И неважно, ошибемся мы или не ошибемся. Надо всегда быть впереди. Наши мысли, они так, да, наши действия. Мы сперва делаем, а потом думаем. Как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да. Пословиц очень много. Вы болтаетесь, как рыба в воде показана, плывете по течению, барахтаетесь. А уже пора как-то устаканиться. Забыть, что такое радость, что такое жизнь, что такое новая жизнь. Да? Как вы даже не можете представить, что такое новая жизнь. Вы боитесь идти вперед. А впереди ждет действительно новая жизнь. Это когда мы 7 семена взращиваем и получаем. Получаем вот уверенность, стабильность, семья, отношения, ценности, духовность, материальный мир, духовный. Это бизнес, это дом, это машины, это семья, партнеры. В чем же проблема тогда? Что трудно? А кто говорил, что будет легко? Никто не говорил, что будет легко. Всегда есть выбор, всегда есть шанс. Да? Сели возле дерева и думаю, боже, куда пойти, что сделать? Дорог много. Выбор всегда есть. Показано, Вселенная дает вам подсказку. Подсказку к действиям. Почему? Потому что вы бездействуете. Мне так трудно, я даже не могу жопу поднять. Мне настолько это трудно, да? Показано, я мечтаю. Человек мечтательный. Говорят, богиня должна разбудить. Богиня, которая дает силу, любовь. Которая находится в состоянии одиночества. Которая прошла через это все. Развивайтесь, найдите себе занятия по то, что вам нравится, любимое дело, да, займитесь творчеством. Всегда есть выбор, даже если когда враги вам ставят какие-то палки в колеса, вы все равно просчитаете их ходы наперед. Да, много обмана, да, много предательств, да, вокруг вас окружают. Мешают вашей стабильности. А все почему? Потому что через таких людей вы и попались в эту ловушку. Показано через кровных своих, да, кому доверяли свои планы, проекты, да. Тем, кому больше всего доверяли, тот вас и предал, показано. А что вы сделали? Что тут выходит женщина воздушного знака? Говорит, я богиня. Я богиня. Я ресурсная, я стабильная, я для семьи и отношений. Женщина, которая не боится, это женщина воздушного знака. Она сильная, она ресурсная, она терпит до последнего. Но когда приходит время, она кулаком по столу ляпает и говорит, боже, я такой жизни жить не буду. Я устала болтаться в этом дерьме, я пойду дальше. И что, во что она превращается? Женщина, которая умеет принимать решения. Ведьмочка,
у которой много энергии. Она сейчас будет двигаться, менять место жительства. Здесь для нее будут огромные перемены. Для нее и для женщины огненного знака. Она может быть воздушного знака, но в огненных энергиях у нее очень много огня. Она не боится менять ничего. Здесь она видит, что нет перспектив каких-то движений, она тоже может оставить все, взять сумочку, просто уйти. Иногда на нее говорят, что она ведьма. Она действительно ведьма, у нее сила есть, ее обижать нельзя. Потому что обидеть ее, потеряете все. Здесь показано, к ней идет такой же мужчина, император, который сделает ее счастливой, своей женой. Это действительно большие судьбоносные события. Какая страсть будет показана? Это страсть? Да. Человек тоже, обладающий такой же силой. Обалдеть! Он и она. Вот это страсть. Оба маги-волшебники. И он и она. Люди, которые обладают неимоверной харизмой, которые развиваются в одном направлении. Оба мага-волшебника. Показаны открыты все дороги, все действия. Боже, здесь такое счастье, здесь такая страсть будет между людьми, такое притяжение. Поэтому перестали кричать, думать о плохом, да, потому что все мысли материальные, переходим в настоящее будущее. Вот-вот, мечтайте, реализуйте, да, это весь мир перед вами, здесь действительно весь мир, обалдеть. И рождение детей, и планов. Ой, какие планы, проекты очень быстро показаны. Будете вообще быстро действовать и надолго. Вы так долго ждали показано. Кто-то действительно ждал долго. До конца года здесь огромные перемены. Кому-то предложат какое-то путешествие, поездку, и вы поедете. Поедете к человеку, к мужчине. Или мужчина приедет здесь, к своей звездочке. Карта здесь. Перестаньте. Называется, снимите розовые очки, перестаньте волноваться, да, хлопоты здесь пустые, вас ждут огромные перемены, потому что здесь все связано с любовью, здесь такая любовь страстная, Господи ты мой. Предложение руки и сердца, о, классно, предложение руки и сердца, предложение руки и сердца. Карта. Можете сделать на заставку, поставить. То, что ждет, это предложение, это союз, это венчание, это предложение руки и сердца, это узаканивание, где люди на одном дыхании, одинаково, как в духовном, эмоциональном, на физическом плане одинаковы. Это страсть и сильное притяжение. Это наступает переломный момент в вашей жизни, когда, кажется, все рушится, когда на ваших плечах столько много всего навалилось, да, может быть, обязательства перед кем-то, перед чем-то, перед своими родными, перед делами показано, это разбивало вам сердце, да, вы никак не могли обнулить эту ситуацию, прийти там, где ваша любимая, но идет обнуление ситуации показано. Человек для кого-то будет новый здесь, для кого-то будет новый, с любовью. А для кого-то вот болезненная ситуация обнулится и возрождение семьи-отношений. Семьи-отношений. Для кого-то новый человек любится, а для кого-то идет рождение детей, говорю сразу, деток рождение, образование семьи или просто обнуление болезненной ситуации будет. Императрица, о, как я сказала, здесь даже рождение детей, классно. Кто-то так долго мечтал, получит, это показано. Какой был высокий эмоциональный фон. Но сейчас все спокойно, все ресурсно. Теперь человек сядет вот так спокойно, вздохнет. Потому что, говорит, я этого заслужил. Я так много трудился над этим. Пришло время сбора урожая. У вас такая сила, такое притяжение. Да. А смотрите, как вы тут мечтали, вашим планам, мечтам многим не доводилось сбываться. Ситуация висела, показана. Все, что связано с семьей, с отношениями. У кого-то потери в семье, в отношениях показано. Болезненные ситуации, кризисы такие, что было ужасно просто. Ждите новости на пороге. Показано, кто-то 2-3 весны ждал.
К вам идет человек с любовью, с миром. Все плохое идет. Все плохое идет. Порешайте все вопросы свои, это будет вашей победой. Победа над всеми ситуациями. Вы уйдете от всех болезненных ситуаций. Это ваша победа. По справедливости. Вы уйдете от всех болезненных ситуаций и никогда больше туда не вернетесь. Вы пойдете к солнышку, к рассвету. Перестаньте сомневаться. Да, сомневайтесь, говорите, потому что меня обижали, предавали. Но вы же шли, вы работали. Медленно, но верно. Да, разрушая за собой, убирая все хвосты, все ненужное. Да, почему? Потому что мы достойны лучше. Я женщина пентаклевого знака. Я много позволяла. Меня унижали, оскорбляли, заземляли. Я много. Ну, тут что? Вы уйдете от этого, потому что начнете действовать, да? Разрушите вы, измените свою жизнь. Это конец всем болезненным ситуациям в вашей жизни. Истина.